Иван Козулин родился в селе Аргада Баргузинского района. Военизированная пожарная часть номер 2 стала для него вторым домом. Ей он отдавал всю душу, силы, жил ее заботами и нуждами. На его плечи легло становление коллектива, организация службы и быт личного состава. Сегодня Ивана Авакумовича вспоминают коллеги и родные. Он был во всем до конца. Талантливым, ответственным. Наверное, таких сейчас нет, или, скорее всего, наверное, таких просто очень мало. Папка никогда не умирает. Просто рядом быть перестает. Иногда пытаюсь я представить, будто просто далеко живет. Будто можно написать ему письма, рассказать, как я люблю рассвет. Только ждать ответа, увы, бессмысленно. Там, где папа, больше писем нет. Для многих Иван Козулин стал настоящим наставником, всегда шел навстречу и делился своим опытом. Большую роль он уделял профессиональной подготовке пожарных, возглавлял команду части по пожарно-прикладному спорту. Его подчиненные всегда брали с него пример. И вот я хотел бы сказать молодым моим коллегам, служите так же, что ваш жизненный путь на одной лычке не останавливается. Все в ваших руках. Всю свою жизнь он посвятил пожарной охране. На своем личном примере воспитал не одно поколение, славное поколение, которое сегодня несет достойную службу в рядах наших пожарно-спасательных подразделений. Он всегда был настоящим офицером до конца, преданным своему делу. За свой многолетний труд Иван Козулин был награжден многочисленными медалями, почетными грамотами, а его имя занесено на доску почета МВД Бурятской АССР. Андрей Слепнев, новости дня.